Ребят, всем здоров, сегодня мы продолжаем играть This War of Mine. Короче, я немножечко в ней разобрался, поиграл специально просто в выживание, для того, чтобы вообще понять, как что тут, блять, работает. Так, он у нас, смотри, сейчас немножечко болен, давай быстренько выпьем таблеточки. Голоден, жрать у нас абсолютно нечего, просто вообще никуя нету. Так, тебе нужно отдохнуть. Я знаю, что тебе нужно отдохнуть. Выпей таблеточки сначала. Слегка болен. А, ты видишь, он антибиотики не хочет, короче, травки. Ну, пойдет, травки тоже нормально. Так, окей, давай, у нас есть кровати. Ложись, поспи. Я так понимаю. И сразу, нахуй, завершаем день. Потому что у нас нет нихуя здесь. Мы ничего не можем сделать. Нам по-любому надо, короче, строить мост. Хотя подожди, давай проверим. Я не помню, что нам нужно для моста. Вообще, что нам там, блять, чего нам не хватает. Вообще, поиграл в выживание здесь, This War of Mine. Мне очень понравилось. Так, не то. А, бля, вот же оно. Не там, видишь, уже немножечко забыл. Так. Для моста нам не хватает только... Что это у нас? Компоненты. Все окей. Давай, ложись, отдыхай. Нужны компоненты, то есть... Попремся, блядь, где-нибудь. Слегка болен, под лекарствами это приходит в себя. Все, завершаем день. Так, завершаем день. Поиски Амелии. То есть, смотри, мы были в аптеке. Разрушенная многоэтажка, немного запчастей. Дом... Много оружия. Дом брата, много оружия, но мы его почему-то нихера не нашли. Аэропорт, немного еды, огромное количество оружия, немного запчастей. Так, разграбленная бензоколонка, немного еды, немного материалов, много оружия, много запчастей. Так, и разбомбленная школа, много материалов, много оружия, немного запчастей. Нам нужны, получается, компоненты. Это, наверное, материалы и есть. Запчасти это... много материалов. Нам нужна еда, поэтому давай. Немного еды. Везде немного еды. Немного запчастей, огромное количество оружия. Давай вот это, наверное. Немного материалов, много оружия, много запчастей. Приготовить. Ну что? У нас, блядь, взять с собой нож нахуй, я так думаю. Ну, блядь, отмычечку взять или ломик лучше. Наверное, лучше ломик он. Все, поиски Амелии. Ай да. Надеюсь, здесь никого не будет. И ни с кем пиздиться не придется. А да, на этой бензоколонке я был, когда я играл просто в выживание. Прикольно, прикольно. Материал. Это у нас материал. Окей. А, то есть, мост мы, ребята, сделаем. И, возможно, какую-нибудь ночь мы останемся уже дома. Да, все, то есть у нас будет достаточно. У него очень большой рюкзак, то есть 15 слотов. Это, ребята, вообще немало. Это прям довольно-таки хорошо, потому что, говорю, есть такие персы, у которых там блин, 10 слотов. Так, там кто-то есть, я не знаю, кто это. Посмотри, может я найду тут... Опачки! Приходит, нам сейчас придется, по-моему, кого-то бахнуть. Ты что тут делаешь? Убери это. Ну окей. Может, о, базар нет, да, пообщаемся. Простите, я ищу свою дочь, маленькая светловолосая девочка, лет 10 на вид. А вы ее не встречали? Нет, я определенно ее не видел. А вы уверены? Мне сказали, ее кто-то принес сюда. Так, уверенно, но раз ты здесь, могу предложить сделку. У меня есть отличный товар. Ну давай посмотрим, но я... Да как тебе сказать, отличный товар-то у тебя. Мои запчасти я тебе точно не отдам. Мне все, братан, все не надо. Давай, я тоже, короче, просто полутаюсь лучше. Как я понимаю, с тобой мы пиздиться не будем. Ты у нас торгаш. Здесь немножечко попроще, как я понял. Потому что выживание там, ну реально, практически каждый тебе хочет валить пиздюлей. Так, давай на крышу. Еды мы еще, по-моему, не нашли. А я вот
правда, боюсь сдохнуть от голода, и будет вообще не вариант. Так, новая запись в биографии Адама, это мы потом прочтем. Так, давай-ка это мы выкинем, а вот это заберем. Давай, и надо найти еды. Еда может быть где-то здесь, здесь как раз вроде как... ну давай, да все, что можно, все возьмем. Так, порох. Не, гильзы нам пока тоже не нужны, потому что у нас, ну, как бы просто некуда это... Нечего, блядь, не из чего стрелять. Так, давай. Все, надо зайти сюда обязательно. Так. Что у нас там? Эх, хуйня, там никого. А, блядь, с той стороны, окей. Ага, блядь. Давай, беги на эту сторону. Так, все понятно. Теперь, короче, нам надо вот это раскапывать. Надо было брать с собой лопату. Давай, рой, братан, рой. Я, конечно, сомневаюсь, что мы успеем что-то здесь раскопать. Так, без лопаток. Ну, я понимаю, что очень долго. У нас... Ты, братан, не нашел еды. Это зашквар. Это, блядь, полный зашквар. Без еды мы, блядь, долго не протянем. Голодны, больны слегка. Это ладно уже. Это уже, как говорится, ладно. Так. Слушай, блядь, у тебя, может, это место выглядит... Многообещающе. Ну, у него, кстати, еду можно посмотреть будет в край, если мы сейчас здесь ничего не найдем, но... Ну, паньки, смотри, нужна будет ножовочка, там, возможно, что-то хорошенькое может лежать. Время здесь такое ощущение, что ночью длится немножко медленнее, чем выживание. Давай-давай, братан, рой быстрее. Я бы на его месте просто перепрыгнул, отвечаю. Там, да, там крысы просто. Давай, давай, давай. Тебя никто не пиздит. Сейчас коры будут, да? Мы раскопаем это все. Этот нас завалит. Не очень приятно будет. Давай, давай, бро. У нас меньше половины времени уже осталось. Давай, бегом. Давай, бегом. Просто быстро, 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 быстро. Так. Ну опять же, опять же, опять же. Это у нас... Что у нас? Травы и сахар. Сахар, ладно, не надо. Давай, это нам сейчас на что-то, короче, и там под самолетом лежит. Писка, она так-то может быть легко. Ну, судя по чпочек, писала женщина с пишкой. Так, Милош, прости меня, мне очень жаль, я не могу больше ждать. Я спрятала кое-какие драгоценности в книгах. Они в подвале, в коробках, за запертой дверью, используй их. Останься в живых, пожалуйста, храни тебя Бог, прости меня. Окей, там у нас, значит, лежат какие-то драгоценности. Если они нам будут нужны, нам надо будет сделать обязательно... Так, это откроем, давай здесь. Нам нужна будет ножовка по металлу, по-другому никак. Давай, блядь, ломай быстрее. Так, все, теперь давай вниз. И, о, вот здесь еда. Здесь еда, ребята, там по-любому хавка. Так. Окей. Это возьмем. Это уже ничего не возьмем. Сейчас что-нибудь придется еще выбросить. Давай. Еда, еда, пожалуйста. О, еда, отлично. Немного, но есть. А, так, давай, это мы... Полностью выбрасываем, это мы полностью забираем. Это мы забираем. Так, 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 кофе нахуй. Это давай заберем. Я бы еще вот эту водичку забрал. Ну да ладно. В принципе, все. Давай. Бежим к выходу. В какую сторону он побежит, я правда пока не знаю. Налево. Налево побежал. Подожди, давай заглянем сначала, что здесь есть. Время, потому что хватает у нас. Может быть, еще какую-нибудь еду надыбаем. А, нет, все. Все, давай. Беги домой, братан. Отлично. Так, ну что, у нас день 12.
Нас, по-моему, пока никто не грабит, это хорошо. Так, все, отлично, отлично, отлично. Давай, бежим, пожрем. Хотя нет, давай мы сначала сразу сделаем вот так. Сразу сделаем мост, чтобы у нас точно уже на все хватило деталек. Хотя бы, знаешь, так, чтобы он начал его делать. Долго будет делать его? Сколько часов-то? Не-не-не, братан, иди, наверное, сначала пожри все-таки. Сначала так. Так, устал он, тем более, не сильно. Так, книги. Давай сделаем одну из книги. Так, в первую очередь будем тратить книги. Потому что из книг нам, в принципе, больше ничего не надо. Сделаем вот эту двухпорционную, которую, и нам этого будет достаточно пока что. Потому что у нас есть и то, нормально. Два раза покушать сможем. Что если сделаем обычную, те же самые потом овощи, мы их просто, блядь, никуда не сможем применить. И тем более очень голодные, мы, наверное, сейчас обе порции заточим сразу. Слегка болен, надо сейчас все-таки бахнуть этих еще. Давай, братец, хавай. Сейчас посмотрим, как у нас восстановится показатель голода. Голоден, ну, братан, тогда доедай уже сразу, не оставляем на завтра. Вот уже хорошо, давай. Это бахай, то есть, ну, по-любому, ты мне нужен прям здоровый, чтобы ты не болел, не чихал, не пукал. И давай теперь под лекарствами. Сейчас мы сделаем, ну, реально, то есть здесь, смотри, здесь просто куча, блять, всего. Куча лутины, там наши вещи. Давай посмотрим, лопаты у нас. Нам нужна лопата, поэтому сейчас мы сделаем для начала мост. Залутаем здесь, что сможем. Потом нужно будет сделать обязательно лопату, потому что здесь два завала. Два завала, которые нам нужно будет разгрести. Давай, бро. Я не знаю, правда, почему он мозга ебет и не может просто выломать эту дверь. Ну, немножечко неправдоподобно. На мой взгляд. Я бы, думаю, ее просто так стал выламывать и не стал построить вот этот мостик, ничего. Амелия, я найду тебя. Да найдешь, братан. Я тебе верю, конечно. Так. Давай, братец. Ну что ж ты, блядь, как у нас тебя? Адам, ёпта, Адам или Адам? Ой, бля, ну как же ты долго все это делаешь? Надо послушать радио, потому что по радио тоже могут сказать очень много интересного. Да, долго. Так, ну, нужно продолжить поиски. Ставлю на школу и бензоколоночку, да? Ну, базару нет, все возможно. Так. Короче, мне срать, устанет. Потом, ну, что-то спится, все слишком сложно. Да не сложно нихуя, нормально все. О, взять все, отлично. Давай-ка. В принципе, говорю, все пока нормально. Наша комната. Так, ладно. Давай дальше. В принципе, у нас сейчас уже будет практически все, что нужно. И я так думаю, мы сможем собрать лопату. Можно сюда спрыгнуть, но я не хочу. Давай, пойдем пока вниз. Залутаем. Здесь мы потом так вскроем все. Давай, ломай. Отмычки тратить без толку. У нас есть ломик, или как он там говорится, громко. А, шумно и медленно, да, он работает. Ну, нормально. Давай, здесь что-то мы можем прочитать. Так, большая фотография Адама и его родных. Так, жена и дочь, родители и брат. Кто-то явно пытался стереть его брата с фотографии. Кто-то, возможно. Так, окей. Здесь что, мы можем что-то подложить, да? Ага. О, отлично. То есть мы обычно какую-то гнилую удобрение можем запихарить туда. И будет нам потом еда. Отлично, давай взламываем его. Бля, как он долго это все делает. Такое ощущение, как будто, знаешь, он металлический шкаф, сука, взламывает, а не деревянный. Ож, ножовочка есть, то есть мы сейчас можем
вернуться обратно на ту же бензоколонку. Так, дневник Адама, наполовину сгоревший, уцелевшая запись. Сегодня я похоронил Барбару, теперь мы остались вдвоем и сохраняем ее толстовку. Амелия носит ее, не снимая, она верит, что толстовка защищает ее. Мог бы я спасти Барбару, если бы не разорвал отношения с братом? Нет, я слишком хорошо его знаю. Он бы ни за что не поделился с нами лекарствами. Грязный спекулянт. Он бы воспользовался чужим горем, чтобы набить карман. Возможно, я уже заметил, что у тебя братец хуило. Так. О, это что? Милки. Отлично. Так. У нас, в принципе, всего уже довольно-таки нормально. Я это еще не сломал, по-моему, да? Давай, иди, открывай. Еще набор цветных мелков почти полный. Ну, понравится, я понял. Давай. Так. И давай-ка вот сюда, чеши. Сейчас посмотрим. Сделаем лопату для начала. По вещам. Смотри, ножовка есть уже. Хорошо. Ножовочка. Ножовочка, это круто. Ну, давай, бро. Бинт. Ну, по мелочи, все равно уже что-то есть. Так, лопаты делай. Один час. Так в смысле, какой в этом смысл, блять? Чтобы там раскопать что-нибудь интересненькое. Потому что здесь, ребята, по-любому, смотри. Здесь есть. Ящик, тут еще может быть что-то. Может быть, мы там просто другой путь уже куда-то откроем. Там или ни за что бы так что-то там, я не понял, он говорил. Так, жаранина у нас больше нет, поэтому. Так, давай. Попробуем усовершенствовать. Не хватает. Понятно, не хватает. Пойдем быстренько послушаем радио, но, наверное, ляжем поспим. Немножечко, если он выспится. Оброшен гуманитарной помощи. Так, кофе с ним появился в Уэль, хотя у нас остается другим товаром, цены на его снизились, окей. Так. Невзирая на отчаянные контратаки повстанцев, стремящиеся... Так, блядь, читаю слева, лучше вот здесь справа. Так, стремящийся прорвать блокаду столицы, город остается отрезан. Представитель военных заявил, что артобстрелы, морозы и недостаток снабжения скоро вынудят защитников сдаться. Музыка, окей. Ага, музыка. Так, температура в ближайшие дни резко упадет. Мало того, что идет война, надвигаются лютые морозы. Да, не есть хорошо. Так, ну все, пускай играет музыка. Да, глянем, что мы здесь можем сделать. Нам надо, кстати, уже строить печку начинать. В принципе, для печки у нас все есть. Давай, ставим. Потому что уже плюс 8 всего-навсего. А печечка нам, бляха-муха, будет помогать просто... Капец как. Так, ну вот я бы ее, если честно, где-то бы здесь поставил, но она, видишь, почему-то сюда не ставится, да? А что, блядь, на втором этаже где-то ставить ее придется? Даже не на втором, еще выше. Но мне проще ее в подвале, бля, поставить. Ну, здесь размещай. Жалко, не видно крафт, пока он, ну, не подходит именно к столу крафта. То есть, что надо, что мы можем сделать. Да в смысле, блядь, пошло все. Давай, хуячи. Сейчас ты ее доделаешь и ляжешь, блядь, поспишь. Утром, правда, ты станешь и нечего будет просто-напросто жрать. Но ничего, пойдем разгребем здесь остальное. Смотрим, что там будет. Ночь, окей, ночь так ночь. Спать в кровати, конечно, спать в кровати. Может быть, он сейчас отойдет, но он по-любому будет в депрессии. Ой, депрессия. Никуда куда денется, ночь была спокойной, не считая отдаленных выстрелов. Окей, давай это сразу достраивай. Да, мы, блять, голодны. Давай. Ну, бля, ну быстрее, ну что ж ты такой медленно-то, а, бро?
Так. Видишь, уже плюс 4, то есть нам, блядь, придется скоро, ну, реально топить печечку постоянно. Так, чтобы ее усовершенствовать, нам нужен терморегулятор один. Не, это херня. Чтобы сделать терморегулятор, нам, ребята, придется, короче, вкачать наш стол, по-моему, то ли один, то ли два раза. Сейчас глянем. Чтобы его вкачать, нам не хватает компонентов. Ну что, будем собирать, наверное, компоненты теперь. Да, в принципе, все. Окей, пойдем. Возможно, мы компоненты найдем буквально вот прямо сейчас. Пока будем разбирать вот этот хлам. Давай, давай, взламывай. Лопата есть, то есть ты это раскопать должен все довольно-таки быстро. Блять, пожрать бы ему найти было бы просто замечательно, я скажу. Давай, давай. У тебя, браток, есть лопата, хуяч. Да ты заебал. Машешь там. Ну вот смотри. Я не знаю, просто, ну, в разы быстрее все делает. И это очень хорошо, это нам очень на руку. Так, давай, это разгребай. Лопата здорово помогает. Ну, блять. Он у нас просто капитан очевидность. Так, так, ну я тебе скажу, довольно-таки вообще красиво все, прикольно сделано. Я говорю, мне как человеку, который в нее играет в принципе первый раз, очень интересно. Хотя игра довольно-таки не новая, как я понял, 14-го года что ли. Но поиграл в выживание, сложно, не буду врать, очень сложно. Никогда не знаешь, что брать с собой, никогда не знаешь, там, кто тебя... Заебись, топорик. Отлично, давай. Да, вот благодаря топорику. Так, эта дверь наглухо закрыта. Не думаю, что там мог пройти через нее. Она заколочена с другой стороны. Ага, ну все. Окей, давай вот это все барахло тогда. Все, что можно сломать, ломаем. И, ну, опять же, нам это все будет на руку. То есть нам какие-то материалы оно даст. Топор — хорошая вещь. Давай, сразу лутай, что у нас тут есть. Ты заебал, вот серьезно, со своей депрессией. Вот, пожалуйста, видишь, у нас есть горючее теперь для печи и доски. Я не знаю, по идее, бля, с топором он бы и двери мог. Как бы можно было это все добавить в свое время. То есть сейчас-то это вряд ли уже кто-то будет делать, то есть менять механику игры. По-нормальному действительно надо было делать, чтобы двери можно было тоже разбирать. Так, видишь, вот. Нормально, 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 нормально. Мне это нравится. Здесь у нас еще тоже есть, в принципе, кое-что, что можно будет разобрать. Немного, но есть. Так. Давай, давай. Хапляйте. Ты заебал. Все у него в бессмысленно. Собирай и мозги не парь. Нормально. Хотя бы доски есть, хотя бы доски. Хотя бы доски. Так, ну что, здесь почему-то нет ничего, да, что можно сломать. Ну давай вот этот разломаем. Так, здесь вроде бы как все, да, эта сторона у нас полностью готова. Здесь у нас, возможно, будут попадаться крысы, которые мы потом можем пустить на... Ну, брать на еду, сожрать мы их можем. Так, давай, давай. Ну серьезно-то. Надо будет потом сделать водярки и упухнуть бы, наверное. Так, ну смотри. В принципе, у нас уже много чего есть. Нам нужно будет вот это усовершенствовать. Прокачать наш верстак. Давай тоже посмотрим, что нам нужно для верстака. Для верстака нам, ну, тоже нам нужны, в принципе, компоненты. Вот основное все, что нам нужно. Так, стул. Стул, стул. Пусть, наверное, стоит. Так, вот еще мы... Вот эту. Там вот могут быть компоненты, кстати. Здесь же нет ничего сверху, нет ничего. Ну ты медленно, ты можешь побыстрее? Я сначала думал, нам терморегулятор нужно будет где-то найти. Оказывается, нет, мы его сами потом делаем. Прокачиваем просто вот основной верстак. Ну, нет. Разломав... А, нет, оказывается, мы не ее сломали, там, видимо, что другое было. Давай, 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 херач, херач, бро, херач. Давай, лутай.
Пока топить не будем, потому что мы не больны, ничего, все нормально. Так, окей, бежим отдыхать, либо сейчас просто сядем на стул, и в эту ночь мы по-любому сейчас выдвинемся куда-нибудь. Посмотрим, что мы можем вообще найти. Больше не хочу спать. Давай тогда садись, братан. Давай тогда садись и завершаем день. Так. Так. Мы сейчас были на бензоколонке. Смотри, много оружия, немного запчастей. Разграбленная бензоколонка. Давай-ка мы, наверное, в нее и пойдем. Приготовить. Мы возьмем с собой ножовочку, мы возьмем с собой вот так вот, наверное. Все, поиски имели. Больше, я думаю, нам ничего не нужно. Нам тут есть еще просто что забрать. Все, что, наверное, не забрали, я думаю, мы сейчас заберем. Давай, смотрим. Тут как раз у нас будут и всякое, да, вот это халабуда. Найдем еще, наверное, еды немножечко. Там крысы, здесь еще торгаш. Мы сейчас просто здесь возьмем, как я понял, какие-то драгоценности. Соответственно, эти драгоценности мы, может быть, сразу и обменяем. Дверь закрыта на решетку, но с помощью ножок я могу... Да. Потому что дверка только что открылась. Давай. Все, давай, ломай. Видишь, почему я взял именно монтировочку? Да потому что она, блядь, не сломается. И она не кончится. Как, допустим... Оп, ну, блядь, подожди, драгоценности-то где? Сказала за решеткой, решетку я взломал. Ну, блядь, не шибко, ну да ладно. Айда, собирать все, что есть. Так мы уже почти все собрали, да? Ладно, есть какие-никакие потрошки, это тоже хорошо. Возможно, что-нибудь чего-то выменим, да? Ага, вот уже, видишь как? Нам уже взять это некуда. Ну, я думаю, сигаретки мы не будем брать. Сигаретки нам не нужны. Здесь что у нас? Так, там еще какая-то херня, надо посмотреть сейчас. Угу. Так, давай-ка мы, наверное, досточки оставим. Досточки нам не нужны. Досточек у нас как бы хватает. Там еще поразбирали всякую. Так, на свежем могиле лежит аккуратно сложенный из бумаги цветок и паспорт человека по имени Милош. Здесь чего-то. Давай. Посмотрим у этого барыги, может, что есть действительно. Так, доски. Знаешь, доски, вот пока они вроде как бы не особо нужны. Так, ты кто, слышишь? А, простите, я еще свою дочь, маленькая светловолосая девочка, лет 10 на вид, вы ее не встречали? А, нет, я определенно ее не видел, вы уверены? Так, уверен. Так, ну окей. Что у тебя, братан, есть? Ну, у тебя, в принципе-то... Да нет у тебя ни хера, братан. Ладно, давай попробуем драгоценности ему впулить. Одну драгоценность нет, две. Две драгоценности за это ты хочешь? Опачки. И кофе не надо, да? Так. Да нет, это неинтересно, братан. Ты вот серьезно мне вообще неинтересен. Все, валим домой. Здесь, в принципе, нам делать тогда нечего. Но у нас есть драгоценности, это хорошо. Бля, хотя ебать, мне надо было еду у него взять. Мы считаем, мы уже один день не ели. День 14 у нас. День 14. Так. Ну что тут? Нас, надеюсь, никто ничего не ограбил. Да, у нас напряженочка с едой. Давай-ка мы ложимся туда спать сразу. Поспим. И... Да, вот видишь, уже становится холодно. То есть печку мы сделали уже как бы не зря. Сколько у нас? 19. Давай-ка, братан. Как тут, знаешь, ускорит... А! Че, время не, нихуя не ускоряется. А,
Скорее всего, мы придем. В следующий раз нам уже придется разжигать печь. Ну что, что, братан, как-то ты спишь, блядь. Сука, ладно. Завершаем день. Не буду долго ждать, просто серьезно не хочу. Так, поиски Амели. У нас, смотри, есть немного материалов, много оружия, немного запчастей. Аэропорт. Сейчас аэропорт под контролем военных, гражданским. Туда не пробраться. Не думаю, что Амелия там, но может быть у меня получится добыть оружие у какого-нибудь солдата, блядь, пиздец. Так, лучше быть с оружием, когда оно не нужно, чем без него, когда оно нужно. Ну, тут, конечно, да. Много оружия. Доме брата, немного запчастей, немного еды. Ну, так, аптека. Ну что, я, в принципе, предлагаю на разбомбленную школу сходить. Приготовить. Чтобы нам приготовить. Наверное, лопатку я возьму. И возьму ломик. Ну, я хуй его знает. Может пригодиться. Если нет, то потом выбросим. Так, что это у нас? Так, куча грязи и свежих следов. Здесь должно быть живет много людей. Блять, возможно. Смотрим. Так, ну тут никого, да? Не-не-не-не, тихо-тихо-тихо, не ломай. Просто вот так аккуратненько, раз. Сломал, давай, лутай. Там, да, там крыса, не страшно. Тут пусто, давай здесь. Я просто не помню, говорю, тут вроде локации, блять, похожие. Очень, причем. А, все, да, 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 там, бля, там куча людей. Я помню, играл когда выживание, я их всех потом повшатал. Давай это. Лопата, да, вам будешь пригодиться, мне ничего. Окей, давай, ломай. А хотя смысл? Только что, блядь, быстрее здесь пробегать? Не, нахуй, давай этот этаж сначала. Сначала будем, я думаю, идти легким способом. То, что у нас где открыто все. Будем летать. Да, запчасти всякие. Ну, тоже хотя нужны. Нам нужны, вообще, по большому счету, нам нужна куча материалов. Так, окей. Пока никого не вижу здесь. Здесь вот кто-то есть. Угу. Так, ну давай наверх. Ну, тогда не вижу смысла убирать. О, вот это уже поинтереснее. Заклочено с другой стороны, окей. Ага. Ага, нет, видимо, придется. Вниз я пока, честно, не хочу идти сразу. Потому что там, блядь, люди, там придется пиздиться, скорее всего. Придется кого-то убивать, он прям совсем в депрессию пойдет. Пожрать свечу есть? Пока нет, окей. Угу, давай, беги сюда, быстрее. Сюда здесь что-то есть? Нет, окей, сюда. Блядь, ну давай. Копай, копай, завалы, копай. Давай, браток, давай быстрее. Давай, мил человек. Я не помню, тут вообще про еду что-то говорилось, есть или нету. Хотя нет, тут видишь, оно по сюжету, тут скорее всего мы будем разговаривать с людьми, опять же. Когда я в выживание играл, там практически каждый, блядь, хотел меня просто убить. Было, как, правда, пару раз, что там... Как бы никто меня не хотел убивать. Просто там, ай, типа, нахуй, убери оружие. А я ему пиздыкс, короче, и все, и нет его. Патрошки. Патрошки хорошо. Пока, правда, стрелять не есть чего. Ну да ладно, может найдем пистолет какой-нибудь. Так, окей. Сейчас пока что берем все, но вскоре нам, по-моему, придется уже выбирать, что брать, что не брать.
Вот, например, этот момент. Так, вот это не надо, вот это не надо, и это не надо. Вот это все надо. То есть это у нас основа того, что, ну, основные части, которые нам нужны. Так, здесь давай. То есть это раскапывать я не буду. Блять, мы голодны. Мы очень сильно голодны. Давай сюда вниз. Посмотрим, что у нас здесь. Давай, давай. Херач. Опа, опять же, это тогда мы убираем. Блять. Убираем кофе, ну это забираем. По 4, да? По 4. По 4 складывалось. Окей, давай теперь вот сюда посмотрим. Нам надо вот залезть сюда наверх. Посмотреть, что здесь. По времени пока у нас... Давай, 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 братан. А, все понял. Все-таки придется, да? Ага. Нет, там ничего нету, нам туда не надо. Окей, давай, самый низ, побежали, брат. Давай, братан, давай. Вот серьезно. Все, он мог и здесь, наверное, спрыгнуть, да? Я могу... Да нахуй тебе раскопать, гонишь, блядь, что? Ты вниз иди. Возможно, сейчас кем-нибудь попиздим, может быть, кто-то нам что-то подскажет, да? Так, здесь все, самый низ, давай. Здесь вроде все ничейное, никто не должен на это претендовать. О, братан, я ищу свою дочь, ты не видел где-нибудь здесь маленькую девочку? Нет, извини, поспрашивай остальных, может они чего знают, окей. Так, здесь что-то вижу. Так, куча бумаг, все мусор, кроме записки про гуманитарный коридор. Так, нам нужно как-то убежать из города и поскорее. Я узнал, что через пару дней откроется гуманитарный коридор для раненых и детей. Чтобы им воспользоваться, нам нужно или быть серьезно раненым, или с ребенком. Уверен, ты понимаешь, какой вариант я предпочитаю. Но это все понятно. Так, ну давай, как бабульки. Везде моя их, да, до этого я их всех убивал. А, простите, мем, я ищу свою дочь, вы ее не видели? Что? Ребенок пропал? О боже. Что такое? Вы что-то знаете? Вы должны мне рассказать. Я сама лишилась сына. А, бедный мой мальчик, ему было всего 7. Так, простите, я не знал, но мы все еще можем спасти мою дочь. Теперь его нет. Зачем вы мне напомнили о нем? Почему я просто не могу перестать думать об этом? Оставьте меня одну. Пошел ты нахуй, черт ебаный. Так, вы не видели мужчину с 10-летней девочкой? Это моя дочь. Я давно тут никаких детей не видел. Зато видел солдат. Эти ублюдки хуже бандитов. Чертовы насильники и убийцы. Молись, хоть бы они твою дочку не забрали. Так, она тяжело больна. Они же не обидят больного ребенка, правда? Я хуй знаю. О, все, беги к выходу, бро. В принципе, да, нормально. Сейчас мы прибежим домой, правда, опять же, блядь. Адам еще в разведке, вернуться будет сложнее. Ну да, и... Так, становится очень холодно. Ну, тут как бы да. И во сколько же мы вернулись? Сколько у нас? Часов. Да, вернулись мы немножко позже. Ну что, ребят, на этом, я думаю, можно заканчивать. Немножечко подразобрались, что здесь, да, как. У нас, правда, нечего пожрать. Мы можем затопить хотя бы печечку. Уже будет хорошо. Благо у нас это барахло все есть. 6, все, больше 6 нельзя. Давай попробуем усовершенствовать. Потому что... Да, достаточно. Мы сейчас должны прокачать нашу хуетушку. Там что-то добавится. Так. Да, сделать. Сейчас, короче, сделаем. Мы просто одну ночь оставим его дома спать, наверное. Хотя, я не знаю. Ну ладно, ребят, на этом заканчиваем. Вот. В следующей серии будем проходить игру дальше. Посмотрим, что здесь да как. Очень голоден, депрессии, устал. И, я не знаю, надеюсь, мы все-таки... В скором времени найдем свою Амелию. Ну что ж, ребята, давайте по стандарту лайки, подписки, комменты. На этом все. Пока-пока.